Добрый день. За дискуссионным столом в студии РАЙ, и сегодня мы будем говорить о северокавказской политике Грузии и о тех отношениях, о которых волнует грузинское общество, грузинское государство, то, что сложилось исторически и особенно за последние 20 лет независимости Грузии. То есть отношения, которые в разное время, в разном формате менялись. И, конечно, сегодня было бы очень важно услышать те соображения, которые представят гости нашей сегодняшней передачи. Это передача, которая была вызвана в определенной части. То есть есть такая организация, британская организация, тревога, с помощью которой грузинские и негрузинские исследователи провели свои исследования, и как раз они сегодня участвуют в нашей передаче. Арчил Вигешидзе, руководитель фонда исследовательского центра Георгий Анчабадзе, профессор университета Ильи Тбилиси, и Георгий Гюмрадзе, аналитик стратегического центра, и Сухуми, у нас прямое включение. Историк, исследователь Спартак Житков. Приветствую, Спартак. Рад, что вы участвуете в нашей программе. Арчил, как вы думаете, Северный Кавказ, как мы должны рассматривать его, то есть со стороны грузинского общества, как приграничная часть соседнего государства, или это особый регион, по отношению к которому Грузии должна иметься особая политика? Я думаю, что это и другое. С одной стороны, Северный Кавказ представляет субъект Российской Федерации, и, исходя из этого, то есть со всеми атрибутами, которые имеются у любого региона или субъекта Российской Федерации, и, соответственно, отношения с этим регионом мы должны рассматривать именно с этой отправной точки. Я имею также и политическое, экономическое, дипломатическое отношение. С другой стороны, Северный Кавказ исторически, географически, это приграничный с Грузией регион, который всегда играл важную роль, а то и решающую роль в событиях, которые развивались в Грузии. А Северный Кавказ самостоятельно определил свою политику, или все-таки это вписывалось в общую российскую политику по отношению к Грузии? За последние несколько столетий, когда Российская империя уже вступала на Кавказ, конечно же, главная определяющая сила в этом регионе, конечно, была Российская Федерация, но, разумеется, на Северном Кавказе, то есть люди, живущие на этой территории, то есть отношение в отдельности этих народов по отношению к Грузии отражалось на наших отношениях с этим регионом. Но, как я сказал, то есть в период активного вступления Российской империи с конца XIX века, конечно же, главным определяющим фактором в наших отношениях между нами и Северным Кавказом как раз было именно вот это. И, наверное, вот Георгий более компетентно на эту тему поговорит. Но в целом наши отношения с Северным Кавказом в большей степени были корректные, добрососедские, но, конечно, были эпизоды другого характера.
которые, конечно же, не содействовали ни, скажем, Грузии, ни Северному Кавказу. Были, конечно, случаи войны, противостояния, и, наверное, самый яркий пример — война в Абхазии в начале 90-х, которая сильно, так сказать, поколебала наши отношения, сильно испортила наши отношения с северокавказскими народами. Георгий, вот в тот период, начало 90-х, имею в виду, о которых говорил Арчил, наверное, как раз тогда и начинается формулирование грузинской внешней политики. Это было, например, происходило в другой форме в 92-м году, потом политика поменялась. То есть, что определяло политику, то есть формулирование грузинской политики по отношению к северокавказским народам? Вы знаете, подходы были разные всегда. Реалистично говоря, политика грузинского государства по отношению к Северному Кавказу за последние 20 лет, мы можем говорить об этом после 2008 года. До этого были определенные отношения, которые трудно назвать систематизированной или четко сформулированной политикой. То есть отношения просто формулировались в зависимости от сиюминутных, так сказать, реалий. То есть то же самое можно сказать про Абхазию, про Южную Осетию, то есть эти события, которые в целом определили наши отношения с Северным Кавказом. И в течение долгого времени, можно сказать, с середины 90-х у нас никакой четкой политики и даже четких или тесных отношений с Северным Кавказом у нас не было. Вот после вот окончания Чеченской войны, то есть были, скажем, определенные неофициальные отношения, например, приезд Масхадова, хотя до этого была идея Кавказского дома. Да, были определенные идеи с той и с другой стороны, но реалистично не было структурированных или систематизированных отношений до 2009 года, скорее всего, потому что после войны пока, в принципе, определенное время ничего не происходило. Потом мы начали общаться на государственном уровне, и в парламенте Грузии был создан специальный комитет, то есть комитет по дружбе с парламентами Республик Северного Кавказа. Это была первая представительская структура, хотя группа просуществовала недолго по определенным причинам. Это была одна из первых попыток вести более или менее сформулированную четкую политику. Насколько это была правильная политика, это сложный вопрос, но такая систематизированная северокавказская политика вот берет начало именно с этого года. Наверное, мы об этом еще будем говорить. А Гея, как вы думаете, сам принцип отношений Грузии с Северным Кавказом, то есть как к единому региону, то есть диктует ли история какой-нибудь принцип или современные реалии, что нам предлагают? А в таких случаях это, конечно, вопрос становится спорным часто, так как вроде бы несоразмерные единицы, что Грузия — это единое государство, признанное и так далее, а Северный Кавказ — это регион в составе другого государства. Тем более Северный Кавказ не является единым политическим субъектом и, так сказать, вроде бы несоразмерные единицы. Но с другой стороны, если мы исторически или в культурном отношении посмотрим на вопрос, мы можем рассматривать вопрос как отношения между Грузией и Северным Кавказом, потому что Северный Кавказ мы можем рассматривать как единое целое, так как исторически, то есть самые многогранные и, я бы сказал, позитивные связи у нас именно с народами Северного Кавказа, и это выражается даже в наших самых, то есть в нашем культурном
культурном сходстве. Хотя бы взять нашу музыку, нашу одежду. У нас, в принципе, одно и то же. То есть, как бы и танцевальная музыка у нас одна и та же почти. Кроме того, есть и как бы дальнее родство, то есть в плане иберо-кавказских отношений. И есть также исторические, вы знаете, самый надежный тыл у Грузии всегда было в лице Северного Кавказа. Может быть, сейчас помним нашествие со стороны лаков из Дагестана. Да и, конечно, да, такого было. Но если в целом рассматривать со времен царя Парнаваза, то есть самые тесные отношения у Грузии все-таки были союзнические отношения, я бы сказал, с северокавказскими народами. И вот начиная со времен Парнаваза, как минимум, то есть имею в виду до ситуации 2004 года, и включая царя Иракля, то есть если откуда-то шли вот вспомогательные войска, это как раз они шли из Северного Кавказа. То есть это не наем войск, это было как бы вот некое воинское родство, воинская дружба, союзнические отношения, и это четко прослеживается. И поэтому, то есть в литературе средних веков Грузии позже северокавказские племена рассматривались как члены нашей общей грузинской семьи. Политологи считают, что грузино-северокавказские отношения интересны, но содержат определенный риск. Как вы знаете, Северный Кавказ входит в состав России, исходя из этого, Россия является, мягко говоря, враждебным государством по отношению к нам, по крайней мере, такова сегодняшняя данность. И поэтому некоторые шаги со стороны власти Грузии должны быть рассчитаны именно на это, что любой шаг со стороны Грузии в отношении Северного Кавказа может быть воспринят Россией, особенно Москвой, как враждебная политика, враждебный шаг со стороны Грузии и может вызвать ответные мероприятия. Хотя Мамука Рашидзе говорит, что чаще всего Северный Кавказ используется Россией против Грузии. Мы знаем факт, где-то 40% российской армии, которая вошла Грузия была укомплектована кавказцами, в том числе северокавказцами, кстати, грузинами тоже. Так что это очень важный фактор. То есть они хорошо знали, они учли, что большое значение имеет именно столкновение кавказцев с кавказцами, то есть столкнуть грузин со всеми остальными кавказцами. После войны 2008 года грузинская власть после почти 10-летней паузы активизировала отношения с северокавказскими странами и осуществила несколько важнейших мероприятий, разработала стратегию для действий и признала геноцид черкесов в России. Кроме того, Грузия отменила визовый режим с северокавказскими государствами. Это пользуется, конечно, используется Россией максимально, и отмену визового режима Россия превратила в идеологическое оружие, и, так сказать, Грузия для российских пиар-действий сейчас выглядит как страна, которая покровительствует террористам, которая таким путем вот дает проход террористам. Решида считает, что в шагах Грузии в отношении Северного Кавказа чаще всего просматривается конъюнктура, это делается на зло России, поэтому не просчитываются риски. А об активизации грузино-северокавказских отношений говорят и в Кавказском доме. Например, лучше вот не признать геноцид черкесов, а больше акцентировать то, что делает Кавказский дом. Это восстановление культурных и образовательных связей, научных связей. Если мы так посмотрим на эту картину, сегодня Северный Кавказ не является независимым юридическим субъектом. Вот в такой обстановке, то есть каким должен быть подход грузинского государства? Что может Грузия предложить северокавказским народам? И что Грузия может получить взамен? Раз Северный Кавказ, как известно, уже было сказано, является субъектом Российской Федерации, конечно же, вопрос требует, то есть
это как бы вот просматриваются определенные структуры и определенные ограничения в плане наших отношений. А то, что остается, это, конечно, не менее важное поприще, это как раз... То есть многоплановые отношения, восстановление этих отношений, если последующее развитие с этими народами, будь то наука, культура, образование, а то в других гуманитарных областях, конечно, имея в виду и экономическую политику, то есть хотя бы совместные экономические проекты, совместный бизнес и так далее. Но северо-кавказское направление, политика нашего государства активизировалась и форма единой политики, как отметил Георгий, с 2009 года, то есть структурируется эта политика, совпала как раз с обстановкой, когда у Грузии нет с Россией дипломатических отношений. То есть Россия частью которой является Северный Кавказ. И видно из этих исследований, что за эти 20 лет независимости, то есть у нас не было четкой складной политики в отношении Северного Кавказа. И как раз события 2008 года ускорили формулирование новой, четкой, продуманной политики. То есть здесь, конечно, мы учли опыт прошлых лет, и а также мы попытались по-новому увидеть перспективу, которую Грузия могла бы иметь с этим регионом в плане восстановления и последующих развития этих отношений. И с 2009 года как раз шаг за шагом начинается складывание этой политики. До сих пор, можно сказать, не сложила четкая политика, хотя недавно парламент Грузии принял государственную концепцию в отношении народа Северного Кавказа. Это дает некое формальное основание, что политика, северная политика базируется на, то есть определенная концепция, которая у Грузии уже есть. Другой вопрос, насколько эта концепция адекватна, насколько может быть результативная в будущем и так далее. Но сам по себе, что-то такой факт есть, это означает, что у грузинского государства есть более или менее хотя бы попытки иметь, то есть, стратегия, основанная на прагматизме. С вашего позволения, давайте поговорим с Сухуми и еще раз напомним зрителям, что Сухуми находится наш гость нашей передачи, историк и журналист Спартак Житков. Спартак, вы участвовали вот в этом проекте, и который поддерживал международная тревога, это международная организация, и тема вашего исследования была как раз Грузия и северокавказская политика. Как вам видится контуры вот этого сотрудничества грузино-северокавказского, и интересно также само ведение и абхазского общества, и официального Сухуми на отношения Грузии и северокавказских народов. В Абхазии то, что тот факт, что последние три года укрепляется отношение между Грузией и Северным Кавказом, воспринимается, конечно, неоднозначно. И больше всего, чаще всего, прослеживается какая-то попытка именно обратить черкесский вопрос против Абхазии. Это вызывает, конечно, в Абхазии опасения. И мне кажется, что в Грузии еще не точно поняли, чего же сама Грузия хочет от этого укрепления дружбы между Грузией и черкесскими народами. Желает ли Грузия именно восстановить добрые, хорошие соседские отношения с черкесами? Или желает как-то использовать эту ситуацию? Вы говорите только о черкесах или о всех народах, населяющих Северный Кавказ? Я имею в виду именно черкесский вопрос, потому что именно вокруг него муссируются самые оживленные дискуссии, происходят именно по черкесскому вопросу.
вот интересно, Грузия сама желает как-то исправить ту ситуацию, которая сложилась? Или же это какой-то такой чисто политический ход? Мы до сих пор не очень понимаем, насколько это искренне ход со стороны вот грузинского именно правительства. Мы понимаем, что между грузинским народом и кавказскими народами могут быть очень теплые дружеские отношения между представителями народов. Но политика именно, вот эта сфера вызывает в Абхазии опасения. К сожалению, в нашей студии не присутствуют представители грузинской власти, чтобы они от них услышать ответ на ваш вопрос, но от ваших же коллег, исследователей, которые вот сидят здесь в нашей студии, я постараюсь узнать их мнение насчет этого. По вашему мнению, вот вопрос, который вот задал Партак, то есть чего ожидает власть Грузии от, был подчеркнут именно черкесский народ или от других народов? То есть какие ожидания могут быть у грузинской власти, чего она требует? Вы знаете, я тоже не могу четко сказать в самом деле, что они задумали, что задумала власть. Потому что я сам не имею такой тесной связи с этой политикой. Но я думаю, что все-таки здесь в большей степени имеет место такой момент, что, мол, такой сиюминутного выигрыша. Два момента. Первое, то есть это на фоне противостояния с Россией, вот как бы некая провокация для России, некий капкан, что, мол, вот если они проводят свою политику в Абхазии и Южной Осетии, у нас будет своя политика на Северном Кавказе. Это первое. А второй момент, что в отношениях между Абхазией и черкесским народом, чтобы, например, если что-то будет, чтобы у нас не было того эффекта, который мы получили в 92-м году. Я думаю, что примерно вот эти моменты доминируют в основном. И если это так, то есть это мое личное мнение, как я сказал, я бы сказал, что все-таки это не должно быть основной политикой государства. А политику государства я вижу в том, чтобы мы должны комплексно улучшить отношения со всем Кавказом, то есть и северокавказскими народами, и с другими народами. Конечно, есть российский фактор, который мы не сможем избежать, но у нас должна быть наша политика именно с народами Северного Кавказа, политика, которая должна быть дальновидная и не должна служить именно сиюминутным интересам. Она должна быть перспективна, долгосрочная политика. Это будет и для нас выигрышная в долгосрочной перспективе, и выигрышная для народа Северного Кавказа. Может быть, я немного идеалист, но я хотел бы видеть политику, которая будет выигрышная как для Грузии, так и для в целом всех народов Кавказа. А есть такие ожидания у самих северокавказцев? А ожидания чего? Что для них тоже будет эта политика полезная или выигрышная, интересная, если хотите, чтобы были открытые отношения с Грузией. Знаете, то есть какие риски они видят в отношениях с Грузией? Давайте скажем так, это очень сложно определить, я думаю, что нам невозможно, то есть приехать на Северный Кавказ и что-то определять или измерить. Единственный источник информации, то есть о происходящих там процессах, это информация, которая распространяется через разные информационные средства. Как раз сегодня я читал, есть такой российский политолог Малашенко, то есть Центра Карнеги, он писал, что очень сложно понять вот так просто Северный Кавказ, потому что одно, когда читаешь, а когда приезжаешь туда, видишь совершенно другую картину. То есть ситуация такова на Северном Кавказе. То есть объективно отражать реальность почти что невозможно. То есть настолько это является собой сложную конструкцию. То есть в целом регион, да имейте в виду. Да, конечно. И, к сожалению, вот такое клише вот сложилось, что Северный Кавказ именно вот такое.
И вот что касается нашей концепции, то есть даже название, то есть отношения с Северным Кавказом, то есть вроде это один регион, и никаких различий между ними нет. А на самом деле это не так, там очень много различий. Вот Спартак подчеркнул именно вот отношения с черкесским народом. В этом контексте Спартак выступил, и конечно, в Абхазии, наверное, все-таки больше интерес в сторону Грузии, грузинского народа. Или с черкезы как с зависимым субъектом. А есть ли подобная диверсификация в этой политике, или должна ли она быть в отношении черкесским народом, или в отношении, например, от осетин, которые живут также на Северном Кавказе? Я думаю, что регион, конечно, не является однородным. То есть нельзя, конечно, всех под одну гребенку, так сказать, потому что регион весьма-весьма контрастный. И, соответственно, чем больше нюансная политика будет, тем больше вероятность успеха подобной политики, если она может быть успешной. И то есть у всех этих субъектов, у всех этих народов, конечно же, имеют свое место, свои устремления, свои видения, свои отношения. То есть, имея в виду, то есть, с точки зрения отношений с Грузией и к конфликту между Грузией и Абхазией, то есть, в отношении Российской Федерации, у некоторых более четко выражен национальный проект, некоторые вот стремятся к независимости, некоторые не стремятся, стараются сохранить свою идентичность. В общем, у каждого есть свои стремления, свои национальные устремления, и все это, конечно же, требует такого тщательного, то есть подхода, то есть под увеличительным стеклом. И политика должна быть именно вот таким образом формулироваться. Насколько Грузии это удастся, это другой вопрос, но пока что вот хотя бы вот тема, вот, то есть факт признания геноцида черкесов, Грузия как бы на этом этапе вроде бы вот выделила данную проблему. Хотя, как говорят наши власти, то есть в публичных выступлениях, как будто в ближайшем будущем, наверное, будет рассмотрен вопрос, то есть факты несправедливости, исторической несправедливости в отношении и других народов, там ингуши, чеченцы, вайнахи, то есть в стороны, и даже вот карачаевцы рассматривать в этом контексте. И это как бы вроде бы планируется на текущий год или на следующий год, например, в условиях нового парламента, когда будут учитываться в бюджете соответствующие суммы, чтобы реализовалась вышеупомянутая концепция, которая недавно была принята. Но по понятным причинам в бюджете пока это не нашлось места для этого. Ну, вроде бы планируется больше внимания уделять этой концепции, наверное, будет написан план действия, будут выделяться ресурсы и так далее. Но опять-таки, насколько все это будет результативным, все-таки это будет определено, то есть нюансностью вот этой политики, то есть разнообразием этой политики. И самое главное, компетенция необходима для ведения такой политики. Агия, как вы думаете, насколько искренна грузинская политика в отношении геноцида черкесов и те сомнения, которые были высказаны из Сухумской студии господином Спартаком Житковым? Вот мне интересно ваше мнение. То сейчас реклама передачи, дискуссионной передачи студии РА. Продолжаем нашу дискуссию. Мы говорим об отношениях между Грузией и Северным Кавказом. Георгий Гимрадзе, Георгий Анчабадзе, Арчил Гегешидзе являются нашими сегодняшними гостями. И из Сухуми с прямым включением с нами беседует историк и журналист Спартак Житков. Гео, вот перед рекламой
Мы как раз остановились на этой теме. Вот насколько искренне вы считаете политику властей правительства Грузии в отношении признания черкесского геноцида? То есть, если вообще взять отдельно черкесскую политику Грузии, вот... Вы знаете, вот в моем прошлом ответе я ответил, что у меня нету такой тесной связи с этой политикой, поэтому мне сложно говорить, какая мотивация у правительства Грузии, у представителей власти. Но хочу сказать, что грузино-северо-кавказские отношения — это очень деликатная тема. Вот вы задавали вопрос, насколько, как это воспринимается. Как воспринимается Грузия там. Я довольно хорошо знаком с Северо-Кавказом, отдельные регионы хорошо знаю, и у меня много личных связей с этими народами. То есть Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, адыгейские народы, тюркоязычные народы. Я хорошо их знаю. Я могу сказать, что... Конечно, в 90-е годы из-за Южной Осетии, особенно из-за Абхазии, отношения в какой-то степени изменились и стали более проблематичными. Но до этого для северокавказских народов, которые говорят на разных языках, Грузия была неким примером, примерной страной, то есть, которые стремились, в отношении которой было подчеркнуто уважение. Конечно, были и другие республики в на Кавказе, но в отношении грузин и Грузии, для этих народов, которые сами являются мусульманами, у них было другое отношение к Грузии, то есть другие были стремления. Например, вот я слышал от одного дагестанца, который говорил, что вот, мол, у нас не было нашей киностудии, но когда вот выходил грузинский фильм, я также радовался, как будто это наш фильм. А также они болели за «Динамо Тбилиси», и, в общем, вот были подобные истории. И это чувствовалось везде, по всему Северному Кавказскому региону. Если мы вспомним советский период, даже были такие потребности, то есть присоединение административно к Грузии, то есть чтобы они входили, вот были такие требования, чтобы они входили в состав Грузинской Социалистической Советской Республики. И если 90-е годы, то есть когда, то есть началась грузинская политика в отношении Северного Кавказа, в частности, план признания черкесского геноцида, это нашло свое отражение и свой отклик оттуда. И поэтому я говорю, что мы не должны воспользоваться это как сиюминутная выгода. То есть, может быть, мы воспользуемся, чтобы... Вы знаете, вот я не верю, что если мы зададимся целью, что это достижимая цель, потому что между абхазами и черкесами, вы знаете, другие отношения, и очень сложно будет просто так поменять эти отношения. А мы даже можем потерять такие вещи, которые просто потом не восстановим. Может быть, я немного идеалист в этом случае, но я хочу, чтобы у нас была такая политика, которая принесет нам пользу и принесет пользу и северокавказским народам. Это не только... мнение какого-то сказочника. Нет, реальная политика должна быть именно такой. Мы часто видим, что политика часто делается для сиюминутных интересов, но за такой политикой как раз последует очень много проблем и бедствий именно для тех народов, от имени которых эта политика ведется. Если мы хотим иметь стабильный и крепкий тыл, то... Я думаю, что и на севере начнутся другие процессы. Самое главное, чтобы северокавказскими народами должны сохранить те исторические отношения, которые были хотя бы несколько десятилетий тому назад. Это будет, конечно, гораздо выигрышнее для нас, для Грузии. Наша политика должна базироваться именно на этом. Она должна быть очень осторожной и внести какой-то негатив, что, например, кого-то обидеть или с кем-то поссорить, да, нам это не принесет в в долгосрочной перспективе каких-нибудь дивидендов.
Спартак, надеюсь, вы слышали мнение гостей нашей студии. И интересно бы узнать ваше мнение о том, насколько можно повлиять позитивно грузино-северокавказские отношения на отношения грузин и абхазов, грузино-абхазские отношения. Ну, я надеюсь, что грузинские телезрители не будут сильно обижены на то, что мы здесь, в Абхазии, смотрим на все контакты Грузии с Северным Кавказом, с разными народами, ну, с некоторой опаской, и смотрим, и рассматриваем... С опаской? Да, прежде всего, с той точки зрения, могут ли они какую-то угрозу для Абхазии представлять в данной ситуации. Это не потому, что мы такие подозрительные, просто мы помним... как это было раньше. Вот, например, в свое время у Абхазии были прекрасные отношения с Чечней, после чего через некоторое время чеченцы стали друзьями Грузии, а потом в 2001 году через Кадровское ущелье вошел к нам Руслан Гилаев и дошел почти до самых сукумских окраин. Вот такой пример, конечно, единичный, думаю. Что касается черкесов, такого быть не может, и мы в этом уверены стопроцентно. И тем не менее, Абхазия все-таки беспокоится по поводу того, что может принести вот эти вот заигрывания официального, подчеркиваю, официального Тбилиси с черкесскими различными организациями на Северном Кавказе. Опять-таки, я Спартак, вы считаете это заигрыванием, или это все-таки есть какая-то целенаправленная политика на то, что как-то сложилась общекавказская политика, в котором участвуют и северокавказцы, и грузины, и абхазы? Ну, это хотелось бы в это верить. Просто у нас в памяти еще период кавказского... Ну, период, когда грузинами пропагандировался Кавказ. Что касается черкесского вопроса, сейчас, понимаете, именно вот эти вот новые тенденции на Северном Кавказе, когда обостряется периодически ситуация то в Карачаево-Черкесии, то в Кабардино-Балкарии, они, конечно, тревожны для Российской Федерации. И само собой разумеется, что Россия к этому относится негативно. Но вопрос для России сейчас, присутствие на Северном Кавказе, это тоже должны понимать все в Грузии, это вопрос сохранения России как державы. То есть, если Россия отступит с Северного Кавказа, то она потеряет автоматически влияние и в Черноморском бассейне, и в Каспийском бассейне, тем более на Ближнем Востоке. Поэтому любая такая радикализация на Северном Кавказе, она будет России пресекаться. Справедливо это или несправедливо, тут уж другой вопрос. И в этой ситуации черкесское движение, если оно действительно будет радикализоваться, то оно не имеет особых перспектив, вот если перейдет в экстремистскую какую-то плоскость. И вот в этой ситуации, когда инициативы именно грузинского парламента, инициативы по признанию геноцида черкесов автоматически воплощаются к северу от Кавказского хребта в какие-то новые политические идеи, какие-то более радикальные, это, собственно, очевидно. Но точно так же очевидно, что если, вот как правильно говорилось не раз уже в этой студии, если преследуются какие-то сиюминутные политические интересы, то из этого ничего хорошего не выйдет. Проще говоря, если черкесы на каком-то этапе поймут, что их используют в политическом смысле, то это будет очень неприятно им и в итоге отрицательно скажется на грузино-черкесских отношениях, на отношениях Грузии со всем Северным Кавказом. Поэтому Грузия тем самым хочет использовать против российской политики черкесский вопрос.
Мне трудно говорить о том, что делается в правительстве Тбилиси, но объективно все имеет именно такое последствие. Именно к тому все идет, и именно на этом делается сегодня акцент. Мы в Абхазии были бы только рады, если Грузия восстановила бы добрососедские отношения со всем Северным Кавказом, чтобы Северный Кавказ стал, может быть, посредником в этом конфликте, как уже не раз предлагалось. Но, конечно, с учетом интересов обеих сторон и с учетом того, что адыгские народы, народы и адыгейцы, и шапсуги, и кабардинцы, и черкесы, что они все-таки союзники Абхазии. Если какие-то из полевых командиров, какие-то политики сегодня говорят, что меняют свое мнение, что их участие Северного Кавказа в грузино-абхазском конфликте было ошибкой, это одно. Но изменить свою позицию на 180 градусов они все же не смогут. И вот это нужно учитывать. Просто добрососедские отношения восстанавливать, это, конечно, очень правильно, очень хорошо. Но хотелось бы, чтобы не было каких-то задних мыслей при этом. Спасибо. Данный скептицизм, который сквозил это выступление нашего гостя Сухуми, то есть у господина Спартака Житкова, то есть имеет ли почву под собой данный скептицизм, что, мол, хорошо вот эти отношения регулировать, но есть ли какие-нибудь там задние мысли, которые грузинское государство могут, государство может использовать и подчеркнуть, что вот признание геноцида черкесов это важно, но на самом деле мотивация была не идея признания геноцида, а просто это использовать против российской политики. Конечно, имеет определенную почву под собой. Тем более вот на фоне вот гонения, вот, то есть, тем более в разрезе вот признания других геноцидов в отношении чеченцев, ингушей и так далее. Конечно, есть такое основание, мы должны с пониманием отнестись к высказываниям абхазских коллег. И здесь тоже некоторые разделяют подобное мнение, что в большей степени это скорее некий ответ на 2008 год и то есть стремление, чтобы как-то создать проблемы в России, это как бы, так сказать, один заяц, а другой заяц как бы бросить тень на Северный Кавказ, на адыгейско-абхазские отношения в частности. Кстати, вот наш гость упомянул, что некоторые полевые командиры или еще другие могут изменить свое отношение к данным вопросам, но, наверное, он имел в виду самый нашумевший факт Ибрагима, то есть в связи с Ибрагимом Бегановым, который в свое время боролся в Абхазии против Грузии, то есть он является героем Абхазии, и в последнее время он как-то изменил свое отношение к Грузии, и он даже побывал в Грузии, и, насколько мне известно, в Абхазии к этому факту была негативная реакция, и это очень хорошо проявилось на страницах абхазской газеты «Чегемская правда», когда в связи с одним из интервью Яганова, вы знаете, было очень много негативных реакций, задавали вопросы ему, а он приводил свои аргументы, то есть в отношении того, что сейчас сегодня, мол, другое время, и надо пересмотреть отношения с Грузией. Хотя он говорит, что он не изменяет своим старым принципам. То есть пересмотреть отношения с Грузией со стороны кого? Черкесов. Он не говорит от имени абхазов, хотя говорит, что
Абхазцы находятся не в безвыходном положении, и именно реалии диктуют такое положение, но он считает, что у черкесов и лично у него есть право пересмотреть эти отношения. И, кстати, он также говорит, что между нами, между вами, в последнее время отношения просто, конечно, охладились, мы только ходим на панихиды друг к другу. Хотя насколько можно все это обобщать между... То есть, знаете, отношения между абхазами и черкесами — это другой вопрос, но он человек, которого уважают, по крайней мере, уважали в прошлом Абхазии. И, как я понимаю, как мы можем аннулировать данный скептицизм у каждого скептика? Как грузинское государство может развеять данные сомнения в отношении своей северокавказской политики? То есть, что их может убедить лучше всего? Довольно-таки сложный вопрос, потому что, по крайней мере, до этого то, что происходило, есть основания для скептицизма, есть основания для сомнений, то есть насколько власть Грузии искренна в той политике, которую она ведет в отношении. Как это можно сделать? Наверное, надо очень много думать, и власть очень этого должна хотеть, чтобы это было так. Власть очень должна хотеть, чтобы его отношения с Северным Кавказом не было как средство противостоять России, чтобы это не было неким оружием, то есть, которое ты используешь против более сильного. Хотя этих признаков для меня пока не видно. Я помню, что совсем недавно на одном из сайтов было опубликовано часть заявления некоторых северокавказских организаций, то есть письмо, то есть в связи с открытием Черкесского культурного центра в Грузии было высказано определенное недовольство. Они сами по себе... То есть благодарны за то, что было сделано, то есть признание геноцида, открытие Черкесского культурного центра, то есть монумент, который был поставлен на Нагле и так далее. Все это перечислено, и за это они выражают свою благодарность. Но пишут, извините, что человек, которого назначили, он имеет более панкавказские интересы, он пытается работать над черкесскими вопросами, а в большей степени он знаток войнавской истории, интересуется другими вопросами, и он не в состоянии руководить культурой черкесских народов и говорить о проблемах черкесских народов. К сожалению, мы видим, что он говорит в большей степени о панкавказских идеях, а черкесские вопросы здесь не фигурируют. Вот и определенные признаки, что черкесы уже чем-то недовольны. Это как-то просматривается уже, прослеживается. Мы были первой страной, что признал их геноцид. Кто будет второй? Это сложно сказать, и будет ли вообще или нет. Мы тоже не можем говорить. В первом шаге мы вроде им помогли в какой-то части. То есть страна, у которой у самой есть два конфликта, есть проблема сепаратизма, ты поддерживаешь другой сепаратистский проект. Насколько это нормально, насколько это приведет к цели, это еще другой вопрос. И это вопрос отдельной дискуссии, я думаю. Я думаю, что это нас не приведет к поставленной цели. Потому что вы, наверное, догадываетесь, какие процессы могут начаться на Северном Кавказе, а если вот один из этих проектов будет усиливаться. Да, вот здесь в студии был абсолютно другого типа скепсис сейчас, да? Вот вы насколько... Не конкретно вы, а может и какой-то исследовательской группы или может и политическая конъюнктура в Абхазии, как смотрят на такого развития черкесского вопроса? То, что вот я сейчас услышал в этой студии, меня как-то порадовало, потому что я вижу, что среди вот моих коллег грузинских вот понимание это есть, того, что не нужно историю переплетать с политикой и ставить историю на службу политики. Если же
этого не будет, если с самого начала будут отделены, так сказать, политические замыслы и желание какое-то рассмотреть историю черкесов, историю Кавказской войны, то тут в этом смысле в Абхазии это никакого протеста не вызывает в абхазском обществе и вообще у всех людей, живущих в Абхазии. Мы только за то, чтобы укреплялось взаимопонимание между всеми нациями, живущими на Кавказе. Гия, как вы считаете, вот та проблема, о которой говорил Георгий, это ли является то есть, использование истории в угоду каких-то целей? Или это просто совершенно новый проект, осуществление которого грузинская власть весьма хочет? Скорее всего, это так, потому что что здесь исторического? Конечно, геноцид — это, конечно, исторический факт, а все остальное, конечно, находится в теснейшей связи с современностью. Я тоже примерно думаю так, что когда вопрос между Грузией и Абхазией будет на решении именно реальной дипломатии, я говорю, что процесс всегда идет, но пока, то есть реалистично не настал момент, когда обе стороны захотят найти компромисс, без чего я не могу представить решение данного вопроса. Именно тогда роль Северного Кавказа, роль кавказской диаспоры из Турции, из разных стран, будет весьма и весьма позитивная, потому что они заинтересованы именно отношениями с Грузией, именно сохранением отношений с Грузией, иметь хорошие отношения с Грузией, а также они являются и болельщиками Абхазии. Их роль будет весьма-весьма позитивная. Вот наша политика должна быть рассчитана именно на такую дальнюю перспективу. Это может начаться через несколько лет, а потом мы продолжимся мои соседи. И нас связывает тысячелетие, наши народы уже являются сетями тысячелетия, и пока мы будем существовать как этносы на земле, мы будем нашими соседями. Кстати, меняются границы между странами, а наше соседство будет, и мы уже сегодня должны начать закладывать основания для тех отношений северных. То есть я не побоюсь слова, то есть братство, возможно, это как бы клише, и возможно, это как бы немножко изнасиловать при СССР, но все-таки именно такие отношения нам нужны. Кто на самом деле знаком с отношениями грузин с северно-кавказскими народами, то есть те же самые отношения с абхазами, с осетинами, то есть у нас были совершенно другие отношения, которые очень редки в современном мире. Конечно, есть и в мире подобные отношения, но они являются примерами, то есть примерным отношениям, я бы сказал, например, пайма важа пшавела. Это же не придумано, на самом деле было такое уважение, и именно это нужно беречь, и поэтому наша политика в отношении Северного Кавказа должна быть весьма умеренная, хорошо продуманная и рассчитана на то, чтобы и они остались в выигрыше, и мы остались в выигрыше. Большое спасибо. То есть большую часть нашей передачи мы уделили северной кавказской политики, это черкесская тема по большой части. Это, конечно, обусловлено тем, что в нашей передаче участвовал Спартак Житков, который Сухумской студии подключался к нам, а также, конечно, очень важные темы в отношении с Чечней, Дагестаном, Северной Осетией. И, наверное, особое значение имеет это для того, как сложится отношения Грузии с Дагестаном, которые являются одним из самых серьезных компонентов по поясу Северного Кавказа. Это, конечно, весьма широкая тема, и сегодняшняя тема была обусловлена исследованием, которое было проведено международным тревогом и народным МПО. Но
я уверен, что даже без особых исследований в дискуссиях в студии РЭВ часто встретимся за нашим столом, будем говорить о северокавказской политике Грузии как об одном из важнейших внешнеполитических векторов, также в разрезе грузино-российских отношений. Большое спасибо Ашилу Бегишидзе, Георгию Гимрадзе, Георгию Анчабадзе и Спартаку Житкову из Сухуми. Дискуссию можете увидеть на нашей веб-странице studio.re.org, и там же можете высказать ваши пожелания и задать вопросы, которые мы обязательно доведем до гостей нашей сегодняшней передачи и предложим их ответы тоже. Всего доброго, до следующих встреч.